Ну что, мы собрались на прогулку, да, Жор? Ты готов? Ты готов пойти, сын? Готов? Скажи, готов. Сейчас пойдем. Жор, ну как тебе? Почти видишь. Ничего. Да? Жор, как тебе? Ничего, скажи так. Пойдет. Да? Как мне нравится этот новый комплект. Как он клево на нем смотрится. Это шапка с бомбоном. Вообще. Да? Вон мы катаемся уже вовсю на качелях. Серьезным видом. Ну, кинь твой за ногу. Да, Жор? Что ты смотришь, как люди ходят? Что, Жор? Сидим, скажи, да? Ой, за рукавчик катается. Что ты? Ну, в кафе, скажи, пошли кофе попить. Да, сынок? Ой, бочка, пену. Кофеек. Ты что, пьешь прям? Ну, кофеман. Ну, ты что, кофе прям пьешь? Ой, пена, пена вкусная, скажу. Ой, вкусненько тебе было. Еще будешь? Прям пьет. Ты что, с ума сошел? Тебе так много нельзя, не уснешь еще до завтра. Да? Жора сидит такой серьезный. Что с тобой, Жор? Уходит, уходит. Лия пошла куда-то, да? Лия с собаками уходит. Не переживай. Он сидит, мы сидим прямо напротив окна. И Жора смотрит на проспект Мира. Смотрит, что там происходит на этом проспекте Мира. Любимые большие витражные окна, да, Жор? Ты увидишь, или я еду взяла? Ты хочешь есть? Сыночек. А ему сейчас тяжело будет в куртке кушать. Я не радость, мой красавец. Вот, да? Дотягивайся. Давайте есть, подожди сейчас. Ой, печененка, вкусно тебе? Печененка. Как это ей? Скажи, это мне. А ты потому, что у тебя реакция была. Ты должен был взять, ты начал выкамениваться, я. Сидись. Как это? Мне давайте. Всем да? Ну все, он есть потихоньку, садитесь. На. Все. Ешь спокойно, сынок. Ешь спокойно, не отвлекайся. Может, тебе запить дать? Кофе запить дать? Угу. Дать запить. Что дело пошло, а то сидит он. Так что там? Да, конечно, и нас выгонят сразу. Не, уже выгонят, не нас, уже. Вкусно тебе, сын? Да. Так смакуешь, сидишь. У вас, конечно, замучаем видео, но Жора решил перекусить. Раз уж кофе, скажи, давай тебе пирожные. Вкусные, да, Жор? Вкусно тебе было? Смотри, какой кексик я тебе купил. Ой, какой кексик вкусный. Сыночку, будешь? Бери. О! Скажи, я понимаю. Скажи, что не доем, Боре отнесу. А то надо будет рассказывать. Ой, как он хорошо, аппетитно ест. Наверное, ты выбрал его любимый. Я просто не знала, какой. Не знаю, я просто взял банановый. Банановый, да. Он просто любит кекс. Банановый. Мой мальчик любит кексики, да?
туда ложечку. Он на вас смотрит, а мне тут отдать его. Он же всегда сидит, свое ест, а на меня смотрит. Типа, а ты мне дай кусок. Скажи, вы идите, Жорочка, а мне... а можно я твой попробую один кусочек? Ты дашь мне попробовать чуть-чуть? Угу, сейчас. Чуть-чуть маленький. Даже отвернулся. Да? Нет, скажи. Жора не делится едой. Ну, да. Да? Какие мы зайчонок. А я наговариваю на ребенка, что у него плохой аппетит. Посмотрите. Да? Ребенок. Ой, чуть не уронил телефон. Вот так вот. Вот так вот, девочки, мы гуляем. Вышки гуляют, Жора его на руках носит. Вся его прогулка. Видели, что происходит? Видимо, Ли нужны внуки срочно. Ага. Вот так вот. Лордик, успокойся. Вот ты его первый раз видишь.